Музыка из кинофильма о Шерлоке Холмсе в исполнении народных инструментов звучит особенно изысканно. На этот раз концерт фестиваля «Открытое небо. Открытые сердца» проходит в парке Гагарина. Артист Самарской государственной филармонии Дмитрий Косяков на балалайке играет с детства. Говорит, три струны и умелые пальцы исполнителя преображают любую музыку. На балалайке играется вся музыка, и бах, и классика, и фортепианная классика. Я вот, например, когда учился в институте, играл «Рапсодию номер 2» Листа. На балалайке. Очень здорово звучит. Ну, необычно, конечно. Это уже четвертый фестиваль народных инструментов под открытым небом. Концерты каждый год проходят с мая по ноябрь. В теплое время в городских парках, с наступлением холодов в домах культуры. Всего у артистов в этом году запланировано свыше 30 концертов народной, эстрадной и классической музыки. Фестиваль проходит при поддержке администрации города. Проводят его на деньги, полученные по гранту. Организаторы говорят, важно, чтобы с возможностями и историей народных инструментов познакомилось молодое поколение. Хочется показать, что русские народные инструменты сегодня – это современные инструменты, что они доступны, что их нужно слушать не только, скажем так, людям в возрасте, но и обязательно молодым людям, чтобы знать корни, свою историю, свою музыкальную историю. Но это душа России, это все, что связано, прежде всего, с той землей, на которой мы живем. Концертная программа интерактивная. Артисты играют с гостями в «Угадай мелодию», проводят розыгрыши. У музыкантов уже есть постоянные слушатели. Евгений Павлюченков не пропускает ни одного концерта третий год подряд. Я люблю народное вот это творчество, и у них программы все время разные. Разные программы, все время что-то новое услышишь. И очень у них высокий профессионализм, и вот мне очень нравится. Расписание концертов под открытым небом жители могут найти на сайте филармонии. В следующий раз артисты будут выступать 12 августа в парке «Молодежный» в 5 часов вечера. Алина Чемерис, Екатерина Осетрова, Дмитрий Мешканцов. События.